Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Привет, с вами video-shopper.ru. Вот еще несколько полезных приложений, которые помогут вам стать современным художником в социальной фотосети Instagram. Ну то есть не художником, а фотографом. И все, что вам нужно, это скачать несколько приложений на свой iPhone. Мы специально подобрали бесплатные и простые в использовании программы. Итак, начинаем. Первым приложением, о котором расскажем, будет Pixlomatic. С его помощью даже из самой невзрачной фотографии можно сделать нечто волшебное. И не мудрено, ведь здесь можно не только добавлять дополнительные фильтры, которые значительно разнообразнее стандартных инстаграмовских. Здесь еще есть целая куча эффектов. Например, можно добавлять известные каждому фотографу боке. Это расплывчатые круглые блики, которые каждому снимку добавляют красоты и глубины. Интерфейс Pixlomatic выполнен так, словно бы редактор фотографии находится в студии и темной комнате. Пользоваться прогой очень просто и приятно. Обязательно попробуйте. Ну а если вам уже вконец надоел квадратный формат Инстаграма, что же, в таком случае вам поможет InstaSize. С его помощью вы сможете грузить фотографии в полноразмерном варианте, и все наверняка будут удивляться, как вы так умудрились. При некоторой сноровке вы сможете сделать вид, что снимали эти фотографии на пленку, а в свой аккаунт просто загрузили результат. Любите музыку? А кто же нет? Если вы хотите поделиться своим настроением с друзьями, выразить себя, то расскажите всему миру, какую песню слушаете сейчас. А еще добавьте картинку. Все, теперь все узнают, что вы чувствуете, причем в довольно изысканной форме. И все это с приложением Insta Music. Просто слушайте музыку, сделайте в этот момент фотографию. Приложение наложит название исполнителя и композиции на снимок. Грузите все это в Instagram и радуйтесь лайками и комментариями друзей, которые тоже любят эту песню. Следующим приложением будет знаменитый InstaCollage. Возможно, вам уже надоели квадратные фотографии, так скрепляйте же их так, как вам захочется. С InstaCollage'ом это очень просто и весело. Вы сможете сделать смешные снимки своих друзей, склеить их и вывесить в свой Instagram. А еще коллажи могут быть романтическими или даже информативными. Ведь одну вещь иногда хочется показать с разных ракурсов, а не только с одного. Надоели стандартные рамки в Инстаграме? В таком случае InstaFrame снабдит вас множеством других рамок, рамочек и рамищ. Вы сможете сделать свой контент максимально индивидуальным. И даже в багетную ходить не надо, тем более InstaFrame'ом так просто пользоваться. Ну а если вы случайно сфотографировали поп-звезду в клубе, но фотография оказалась слишком темной, вам на помощь придет InstaFlash. Она волшебным образом сделает ее светлее. Очень полезно, если вы любите фотографировать в плохо освещенных местах. Кстати, еще она включает вспышку. Но вы уже понимаете, что во время съемки iPhone очень быстро садится. А ведь на него хочется не только фотографировать. В таком случае вам просто необходим внешний универсальный аккумулятор Yabao IB651. С его помощью ваш телефон будет держать батарейку в 10 раз дольше. Узнать больше об этом устройстве вы сможете по ссылке под видео. Мы надеемся, что с этими приложениями ваши фотографии, сделанные на iPhone, станут еще лучше. Используйте их и поражайте своих подписчиков. Удачных снимков и до встречи! С вами был video-shopper.ru.